Привет. Давненько мы с вами не кодили, а тут хороший повод выдался. В Твиттере подискутировали про кастомные свойства или CSS-переменные, ну, как вы их называете сами, и заодно еще и поговорили про препроцессорные переменные. И получилось, что мне кажется, не все понимают, чем они друг от друга отличаются, и некоторые даже говорят, что да, я использую вот эти вот CSS-переменные, они прекрасно работают с E11, потому что я пропускаю их через пост-CSS, у меня там ну, отличные фаллбеки, то есть вот эти вот свойства со значениями прекрасно работают, а другие говорят, ну, типа, ну да, я раньше использовал SAS, а теперь использую вот эти вот кастомные свойства, опять же, с пост-CSS, и не вижу особой разницы, но типа, ну, приятно использовать стандартный синтаксис. И тут я понял, что кто-то чего-то не понимает, потому что переменные в препроцессорах, SAS, лес и вроде того, и переменные в пост-CSS, с помощью вот этого вот обработчика, который делает их, фалбетчит их, чтобы их, допустим, поддерживал и 11 и раньше, которые их нативно не поддерживают. И настоящие кастомные свойства или CSS-переменные, которые работают в браузерах, это три разные вещи. Точнее, одна группа и вторая. В общем, давайте просто посмотрим на код, попробуем с вами немножко поверстать и в процессе апгрейдить нашу простую верстку до более сложной и, по сути, выяснять, как правильно все это должно работать, и чем они отличаются, и что вы должны использовать. Но эти выводы, конечно, будете делать вы сами. А я просто покажу, как это работает. Поехали. Итак, что у нас здесь есть? Индекс HTML, и в него подключен индекс CSS. Индекс CSS абсолютно пустой, но мы сейчас это все исправим. Давайте зададим какую-то базовую структуру страницы. Например, h1, товары. Здесь что-то ничего не появляется, да? Ну, потому что, во-первых, нам нужно открыть этот индекс HTML, потом руками обновлять, давайте лучше поднимем какой-нибудь локальный сервер и вообще поставим все зависимости, с которыми мы будем сегодня работать. Открываем. И давайте поставим все, что нам сегодня пригодится. npm install live server. Собственно, то, что будет нам все это обновлять. Потом нам пригодится SAS, PostCSS и вот это вот плагин для PostCSS. npm install и погнали. Отлично. Теперь запустим локальный Лайв сервер. Отлично. Товары у нас появились. Давайте будем продолжать. Так, эм, расставим сначала классы. Класс Page. Это у нас будет Page Title. Давайте сделаем секцию с карточками. H2. Ну, обычные товары. Это мы назовем Card Set. И, собственно, сами карточки. Article, класс Card, дальше H3 по уровню следующий. Класс Card Title, а здесь товар. Ну а здесь что-нибудь вообще огонь. Нормальное описание товара. Так, карточка у нас есть, давайте их размножим для красоты. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Все, карточек много. Классы, кажется, расставлены везде, давайте уже наконец-то писать CSS. Для начала Page. Page. Это наш корневой элемент, тут у нас Body, так что давайте мы ему зададим, например, фонд Family Sans Serif. Так симпатичнее. Ну и margin 0, потому что это маржин по умолчанию у Бади. Дальше page title. Что-нибудь вроде... Так, margin уберем по умолчанию. Ну и зададим padding. Он нам дальше пригодится. Вот, примерно так. Дальше оформляем наш набор карточек. Card set. Card set. Зададим какой-нибудь background-color. Background-color... Например, Silver, чтобы стало видно, где эта штука. Какой-нибудь Padding, те же 20 пикселей. Хорошо. И, например, а давайте сделаем гридовую сетку. Display Grid. И как-нибудь обозначим шаблон для этих карточек. Uh, grid Template Columns. Repeat. И здесь что-то типа Autofill. min max 200 пикселей 1 fr, например. Во, карточки встали. В общем, карточки у нас есть. Давайте оформим конкретные отдельные карточки. Card и background color, например, какой-нибудь white smoke. Кажется, есть такой color. Да, есть. Ну вот, ну и, наверное, зададим какой-нибудь паддинг, чтобы все было симпатичнее паддинг 5 пикселей, 20 пикселей, вот так, что-нибудь такое. Ну и, наверное, стоит нашим гридам дать гэп, чтобы карточки не слепались. Ну и давайте что-нибудь веселое сделаем, а то скучновато. Card title, псевдоэлемент. Before мы туда вставим контент, а в контент вставим какую-нибудь эмоджи. Ну вот, пандочка хорошая. И вот так. Хопа. Так у нас что-то заголовки прыгнули. Давайте мы еще line-height уберем у нашего псевдоэлемента, чтобы он не мешался. Все, здорово. А, карточка с товарами готова. CSS у нас вполне себе обычный. Никаких переменных, ничего. Тут цвета заданы прямо здесь, размеры заданы прямо здесь. В общем-то, обычный CSS. Перед вами обычный CSS, который... Мы всю жизнь писали, ну, по крайней мере, я. А, там нет ничего сложного, никак, никаких вещей, кроме, пожалуй, современных технологий. А, и усложнять его сейчас переменными или какими-то препроцессорами, еще чем-то, в принципе, бесполезно. Но понятное дело, что у нас демка, поэтому мы будем усложнять просто потому, что можем. А, для начала давайте добавим туда SAS просто потому, что. А, и сделаем так, чтобы он компилировался, подключался. В общем, все было красиво. Чтобы сделать из этого SAS, давайте мы переименуем наш файл. В SCSS. Видите, он отвалился. Но мы вернем его обратно через минутку. Открываем еще одну панельку. И давайте мы вот что сделаем. Давайте мы запустим обработку этого SCSS в CSS. То есть а, запустим а, Node SAS утилиту. Запустим вот такую команду. Смотрите, что здесь происходит: npx. Я локально запускаю пакет Node.sas, который я предварительно установил. Он будет брать нас индекс.css, а, включить watcher, чтобы каждый раз а, собирать его, когда он перекомпилируется. И, собственно, будет писать файл index.css. Давайте запустим. Запустилось. Теперь сохраняем наш файл. Вот, видите, он вернулся. Что произошло? У нас появился файл индекс.css, который. Совершенно не с нашим форматированием, но зато прекрасно подключается и используется нашим HTML-файлом. Так что закроем его, он нас особо не интересует. И продолжим писать наш типа SAS. Ну, как вообще используются переменные в SAS? Вы берете и как-нибудь глобально их объявляете, куда-нибудь подключаете в отдельный файл. Ну, типа того, вот это вот доллар и вот это все. А обычное простое дело, ну, мы, мы с вами так и сделаем. Заведем блок с переменными. Так и напишем. bars variables переменные здесь напишем card fill это будет заливка нашей карточки card текст. и card animal здесь мы будем хранить наши эмоджи и перенесем туда все значения заливка у нас сейчас white smoke мы ее копируем сюда. Текст у нас пока не, не, не присутствует здесь, но давайте мы его зададим. Uh, color uh, Black, например. И тоже вынесем его сюда. И животное у нас вот такое, поэтому мы его тоже скопируем и перенесем сюда. Все, теперь мы можем взять и заменить наши uh, оригинальные вещи на переменные, чтобы они потом компилировались и прекрасно работали карт текст и карт animal. Все. Сохраняем, обновляется, и ну, ничего не происходит. То есть, потому что все, что мы сделали, по сути, вынесли эти вещи в переменные. Ну хорошо, получили мы ваши, наши, ваши, не знаю, SAS переменные. Дальше-то что? Давайте мы теперь SAS заменим на пост CSS, с использованием синтаксиса кастомных свойств. Я знаю, что многие так сейчас пишут переменные в своем коде. И мы с вами тоже перепишем SAS-реализацию на пост CSS, чтобы, ну, вот потому что можем. Давайте остановим наш обработчик SAS. Он больше нам мешать не будем. Сходим в индекс CSS, удалим его. Переименуем наш SCSS обратно в CSS. И видите, Парсеру уже плоховато, поэтому мы сделаем нормальные переменные здесь. Вместо, вместо этой ерунды. Как записываются нормальные переменные в CSS? И то, с чем будет работать пост CSS, кстати. А, а примерно вот так. Смотрите. Root. Переносим все сюда. И здесь пишем что-то вроде. Хопа! И все, уже ничего не ломается. Видите, справа обновилось, и все хорошо. То есть мы вместо доллара используем два дефиса. Это становится кастомным свойством, а не SAS-переменной. Ну и нужно их правильно вставить, конечно же. Пишем здесь var. CartFill. Здесь тоже. var. CartText. Ну и здесь var card animal. Обновляем. Все, прекрасно, классно работает. Только при чем здесь пост? А ни при чем. Пока работает просто css. Давайте мы сюда добавим а, плагин Post css который будет делать fallback для нашего а, решения, чтобы он работал в старых браузерах, например. Для этого мы запустим похожую команду только для postcss. Смотрите, что здесь происходит. npx запускает post-css. Ранее мы установили утилиту post css CLI, и теперь она будет видна по такому псевдониму локально. Мы будем смотреть на индекс CSS, будем использовать плагин post css Custom Properties, мы не будем писать карты кода, и мы будем точно такой же Watcher использовать, а писать файл будем в файл post css. Отличное название для файла, в котором написано что-то на пост-CSS, да? Пост-CSS. Огонь. Дальше. Чтобы этот пост CSS подключался к нам в HTML, нам нужно кое-что отредактировать в HTML. Поэтому давайте сначала пойдем сюда и скажем пост CSS. Пока ничего нет. Запустим команду. Все, скомпилировалось и наблюдает за нами. Давайте проверим. Да, у нас теперь есть файл пост CSS. Возвращаемся в CSS. В нашем исходнике ничего не изменилось. Давайте посмотрим, что у нас в файле post.css. А у нас здесь... Да, примерно то же самое. А, нет, подождите, подождите. Смотрите, у нас здесь в оригинальном файле написано background color ward fill, а здесь написано background color white smoke. То есть, если браузер не поймет вот эту вещь, допустим, E11 не поймет var, он использует предыдущее свойство, да? Ну, да. Ну и чего? Получается, что у нас э, есть кастомные свойства, они работают, и в новых браузерах и в старых браузерах. Все, видео закончилось. Я просто показал, как вместо SAS а использовать пост CSS. Нет, самое интересное впереди. Давайте кое-что попробуем. Закрываем пост CSS, идем в индекс CSS. PostCSS за ним смотрит и делает из него файл post.css. Давайте возьмем наши переменные и вынесем их из глобальной области видимости. То есть root это HTML-элемент в HTML или SVG-элемент в SVG. И а, переменные видны вообще везде на всей странице. Мы уберем их отсюда и перенесем прямо в карточку. Берем и переносим сюда. Все. Теперь у нас эти переменные видны только в карточке. Ну, то есть мы настраиваем карточку подобным образом. По-моему, неплохо. Компонентный подход. Нам не нужна переменная заливка карточки на глобальном уровне, да ведь? Хорошо, сохраняем. И что мы видим в файле post.css? А фалбэк-то уже нет? Фалбеки пропали. Дело в том, что пост-CSS не может обрабатывать переменные, вернее, плагин для пост Custom Properties, он не может обрабатывать переменные, которые лежат не на глобальном уровне, потому что иначе там начинаются всякие сложности. То есть браузеры работают так с кастомными свойствами или с CSS-переменными, что пост-CSS не может сделать фалбэк. Поэтому там есть критическое ограничение. Вы должны переменные задавать на глобальном уровне. Как только вы хотите положить переменные в конкретный ваш компонент, все. Есть маленький трюк, как это обойти. Смотрите. Переходим в индекс CSS и делаем следующее. White smoke удаляем отсюда, вставляем сюда. Удаляем отсюда, вставляем сюда. И то же самое с пандой. А оригинальное объявление убираем, сохраняем. Идем в пост CSS и видим, что о вернулись фалбэки. Что здесь происходит? Переменная не объявляется, она сразу используется. Но внутри нее есть фалбэчное значение. Так вот, пост CSS берет это фалбэчное значение и использует как обычный fallback, то есть пишет background color silver, например, или что-нибудь такое. То есть он пытается сделать фалбэк в такой-то ситуации. Но в чем разница? Дело в том, что сейчас мы, когда эти переменные вставили непосредственно без объявления, а просто используем их, мы, по сути, говорим браузеру, что используют цвета по умолчанию в настройках нашего компонента. Там white smoke, silver, black и так далее. А если к тебе сверху придут эти переменные, поменяя их значение. То есть мы берем и делаем гораздо более сложную вещь. А пост CSS говорит, ну, я Сделаю то, что я умею. И в итоге получается, что в старых браузерах сработают только фалбеки, а в новых браузерах наш компонент можно будет улучшить, поменять, настроить на лету. И вот этим мы сейчас с вами как раз займемся. Закроем PostCSS, отключим Watcher PostCSS, ну и вообще закроем эту панель, она нам больше уже не пригодится. Переключим внимание нашей страницы на индекс CSS и будем работать исключительно с исходником. Итак, мы сохраняем наш индекс CSS, и все прекрасно работает. Мы настроили наш компонент так, что он ждет переменные cardFill, cardText или cardAnimal, а если их нет, использует whiteSmoke, black и панду. Давайте с вами сделаем набор карточек с темами. Пойдем в HTML и продублируем наш набор карточек. Section CardSet. Продублируем дважды. Нижнему CardSet напишем модификатор, например, CardSet Green. Второму напишем CardSet Blue. Возьмем это и перенесем в CSS. картсет blue и опишем здесь следующее для начала фоновый цвет брэ color корн flower blue есть такой цвет нормально теперь сделаем то же самое для грина cardсет green green и Здесь что-нибудь типа Dark Sea Green. Есть тоже такой цвет. В итоге у нас получилась группа с карточками. Что-то их многовато, давай, давайте подрежем немножко. По 4 из каждого сета. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И из последнего сета тоже. Ну, чтобы они на экран помещались. Раз, два, три, четыре. Сохраняем. Все. Теперь видно все три набора карточек. Ну и давайте настроим сами карточки внутри наших сетов, пока мы только задали фоновые цвета. Давайте пробросим переменные. Карт. Fill. Alice Blue. Карт. Текст. Dark Blue. И карт Animal. Ну, например, какой-нибудь ну, Например, бабочку. Сохраняем. Смотрите. Эти карточки у нас по умолчанию. Эти карточки у нас синенькие. Ну и давайте для, для зеленых тоже красоту наведем. Копируем. И что-нибудь типа Honey Dew, по-моему. Есть такой цвет. Dark Green. И вместо бабочки, ну, просится лягушка. Берем лягушку. Мы взяли только что и сделали карточку по умолчанию. Как компонент. У нее есть значение по умолчанию, она их использует, если ничего другого снаружи не пришло. Но если мы на родителя ставим костомные свойства, которые наш компонент ожидает увидеть, они наследуются и меняют эти карточки. То есть нам не нужно прокидывать пропсы через пропсы, чтобы или вот сделать какой-то сложный компонент. Оно все прямо на уровне HTML, на уровне вложенности в компонент, понимает, какие в этом контексте есть кастомные свойства. Не переменные нашел, заменил в рамках CSS, а именно в HTML. В этом, собственно, ключевая разница. Ну, кроме того, что PostCSS не справляется с более сложным использованием а, кастомных свойств, он еще эти переменные использует ровно так же, как их использует SAS. Найти, заменить и отдать исходник, где переменных уже нет, в браузер. А кастомные свойства, настоящие, работают прямо в браузере. Поэтому если вы взяли наши карточки и переместили из одного блока в другой блок, они покрасились. Ну то есть, если вы не верите, давайте посмотрим. Давайте просто переместим несколько карточек из одного блока в другой. Я понимаю, что вы понимаете, что оно сработает, но просто я хочу продемонстрировать. Перемещаем в блок с синими, и карточки становятся синими. Ну и для тех, кто хочет увидеть еще раз, как это обработает пост CSS, вообще справится ли он с этим, давайте посмотрим. Заменяем индекс CSS на пост CSS снова. Идем в индекс CSS. Открываем новую вкладочку. И делаем здесь нашу обычную магию. Запустили. В PostCSS у нас есть значение по умолчанию. Но шансов, что эти модификаторы сработают в старых браузерах, 0. Давайте отключим наш PostCSS. И руками отредактируем файл PostCSS как им его увидят старые браузеры. Ну, модификаторов особо пользы в этих модификаторах нет, потому что они просто не заработают. Кастомных свойств нет, этого нет, этого нет. Ну вот, примерно так оно будет выглядеть в старых браузерах. Гриды тоже могут отвалиться, но это другая история. В итоге что я хочу сказать? Пост CSS плохой, SAS ужасный, еще что-то такое? Нет. Просто когда вы используете из кастомных свойств, дефис, дефис, название переменное, а потом var и используете, вы должны понимать, что вы используете кастомные свойства, а не CSS переменные, которые вам обещает, например, пост CSS. А если вы не используете все эти возможности, то зачем использовать синтаксис мощный, который работает в браузерах, если вы им не пользуетесь? Мне кажется, что если вы используете подобный подход, когда переменные объявлены глобально, вы их просто берете и используете безо всякой ерунды. Прям переопределений, наследований, там, значений по умолчанию, всего этого, этого остального. Мне кажется, что в этой ситуации вам нужно просто переименовать ваши файлы в SCSS, поставить знак доллара перед вашей переменной и расслабиться. Либо есть э, прекрасные варианты, как это делать на постсессии. То есть вы можете вместо Custom Properties э, использовать плагин э, какой-то другой, который позволяет использовать синтаксис SAS переменных вот с долларом, со всем остальным. То есть чтобы по вашему коду было понятно, что здесь происходит. Потому что сейчас, глядя на код с кастомными свойствами, я думаю, о, классный новый современный код. Там наверняка происходят потрясающие вещи а потом смотрю, как он работает, и понимаю, что нет, нет, там просто найти, заменить, найти, заменить. Более того, глядя на код с этими кастомными свойствами, возникает ощущение, что, ну да, он прям так в браузерах и работает. А потом выясняется, что для этого еще нужен пост CSS, чтобы он заработал в старых браузерах, а для новых браузерах ничего не улучшается, поэтому зачем Собственно, прокидывать им эти кастомные свойства, если они идентично сработают с обычными свойствами со значениями, которые э, сделаны для fallback, то есть вы раздуваете ваш код и не используете его. В общем, очень странная история получается. Поэтому берите SAS, берите лес, берите этот пост CSS плагин с индексом доллара, и не пытайтесь запутать ни себя, ни других. Более того, когда вы используете кастомные свойства осознанно, и только их, и без фалбека. Вы начинаете их использовать по-другому. Вы начинаете понимать, что они наследуются, их можно переопределять, их можно доопределять, писать значения по умолчанию и все остальное. Это очень разные вещи. Не забывайте об этом. И PostSS отличный продукт, SAS классный препроцессор, но если вы хотите использовать кастомные свойства, это совсем другая история. Это все на сегодня. Я буду возвращаться с подобными маленькими историями и чего-нибудь рассказывать, кодить или просто показывать. Ну и, конечно, регулярные лайвы. В общем, пишите все, что вы думаете. Показывайте примеры кода свои. Показывайте какие-то альтернативные взгляды на это. Мне интересно. Давайте э, развернем дискуссию. Вы знаете где. Ну, в общем, до следующего раза. Пока.